Казахстанских водителей могут арестовать на 15 суток за выезд на закрытую трассу. Полицейские и спасатели напомнили автомобилистам о запрете выезжать во время штормового предупреждения за пределы населенных пунктов. Нарушителей теперь ждет солидный штраф и даже арест. Тем более, что в ближайшие 3 дня по стране ожидаются снегопады и морозы. Наш корреспондент Бакыткуль Касова изучила прогноз погоды. Последние дни 2022-го завершатся снегопадом и туманом, а 2023-й начнется достаточно сурово. Новый атлантический циклон принесет метель и порывистый ветер. На юго-востоке ожидаются сильные осадки, дождь и снег. А вот жителям северных регионов следует одеваться теплее. К ним придут морозы. Там столбики термометров опустятся до минус 20. На севере, в центре и востоке страны небольшое понижение от 5-10 до 10-25 градусов мороза. На юге, юго-востоке постепенное понижение от 0 до минус 15 градусов мороза. В случае штормового предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют водителям не выезжать на трассу. А тех, кто ослушается, ждет наказание. Нарушителям грозит арест до 15 суток, либо штраф. Почти 92 тысячи тенге. На постоянной основе осуществляется смс-рассылка на все мобильные операторы связи. Если вы получили смс-сообщение о том, что введено ограничение движения на каких-то участках автодороги, вам необходимо скорректировать свой путь. И если он проходит именно по этому участку автодороги, то необходимо отказаться от поездки. Спасатели рекомендуют автомобилистам тщательно следить за малейшими изменениями в погоде. А еще водителям советуют заранее продумывать свой маршрут, узнать, где находятся пункты питания и заправочные станции. Перед дальней поездкой каждый водитель должен убедиться, что в авто есть аптечка и огнетушитель. Также спасатели рекомендуют возить с собой лопату, щетку для снега, комплект теплой одежды и обуви. В случае, если погода подвела внезапно и вы оказались в экстренной ситуации, нужно звонить по номеру 112 или 101. Бахытгуль Укасова, Виктория Савельева, Денис Храмов и Мурат Шанасилов, КТК.